Почти 300 тысяч жителей Архангельской области стали участниками конкурса «Моя Конституция». Солидный призовой фонд. 2 июля в 19:20 состоится большой розыгрыш призов. Всего их будет 68. От бытовой техники до квартиры в Архангельске. Автомобили тоже смогут найти своих обладателей. Так уже случилось со многими северянами. Прошло 4 розыгрыша призов. Эмоции счастливчиков у Алексея Макеева. Архангелогородка Татьяна Калинина теперь будет осваивать интернет на высоких скоростях. И дело совсем не в провайдере. 25 июня одной из первых в области пенсионерка пришла на голосование, а заодно решила поучаствовать в конкурсе «Моя Конституция». Как оказалось, удачно. Пенсионерка выиграла ноутбук. По словам Тамары Дмитриевны, возраст не помеха в освоении новой техники. С компьютером она уже давно на «ты», а если и будет что-то непонятно, всегда помогут разобраться 5 внуков. 29-го позвонили, девушка поздравила, чтобы выиграли. Проверила в интернете, действительно. Довольна, это первый приз. Вообще выигрыш такой. Впервые в жизни, наверное. Он такой большой. Приз еще солиднее. Автомобиль «Лада Гранта» достался Анне Крыжановской из города Мирный. Девушка приехала погостить к родителям в Архангельск. Заодно все вместе решили сходить и на избирательный участок. А дальше чистая удача. Забавное совпадение, но сын девушки Леонид совсем недавно начал сильно интересоваться машинами. И, похоже, маминому призу будет рад больше всех. На победу не надеялась, говорю честно. Пошли вместе с родителями 25 числа. Машина, да. Пошли 25 числа все вместе, втроем голосовать. Проголосовали, получили у волонтера номерки. Да. И получилось так, что сегодня случайным образом обнаружила, что выиграла машину. Новую машину Анна вместе с мужем и сыном первым делом испытают по дороге домой, в Мирный. Все остальные участники держат кулачки и ждут основной розыгрыш конкурса «Моя Конституция» 2 июля. На кону по-прежнему множество ноутбуков, смартфонов, телевизоров, автомобилей и главный приз – квартира в центре Архангельска. И кто знает, может быть, следующим счастливчиком станете именно вы. Алексей Макеев, Михаил Меньшенин, Ольга Красулина, Регион 29.